Все видно. Подожди, камера, перевернись. Ноутбучек мой маленький здесь, солнце здесь, карты здесь. Ну что, красавицы мои, будете и дальше ныть? Или все-таки возьмемся за ум и начнем трудиться? Трудиться в первую очередь, конечно же, над самой собой. Никто, кроме тебя, не сделает тебя же счастливой. Никто. Какого ты там короля или принца не ждешь? Никто. Только сама. Сама. Так, как выключить этот вентилятор? Всем привет. Малышам привет. Так, это на этих я гадаю, а на этих я играю. Вы помните, да? Гадаю я только за деньги, все остальное я играю. Привет вам с нового интересного континента. Называется это Жаркая Африка. Красное море, рыбки, шейхи, шахризады. Все здесь. Смотрите полную, так сказать, серию только в телеграм-канале. Милая Дракоша, всем привет. Всем привет от старых щеблет. Я сегодня хочу вам так погадать. У меня, правда, с вами всего лишь 30 минут. Да, девчонки, не забываю о вас. Все взял, и стойку эту взял для того, чтобы с вами чуть-чуть поболтать. Но еще раз говорю, по чуть-чуть. Много я не буду уделять внимания. Golden Santa, спасибо. Я видел твой комплимент. Как это называется? Донат. Донат называется. Я видел. Я не знаю, могу вообще вот так камеру повернуть? Вот, я могу, кстати, так камеру повернуть. Вот он я. Ну, мы же сейчас уже любите гадания. Давай, что на меня смотреть? Смотрите на карты. Думал ли он о тебе, гадал ли он о тебе? Может, он вообще в другом континенте и в мире находится в том числе. Давай смотреть. Загадала? Раз, два, три. Раз, два, три. Загадала? Поехали. Ну да, мечтает о тебе, ты знаешь. Я тебе даже плюс ставлю, потому что он тебя не забыл. Может, вот эта присушка, которую мы все делали, как там, привязка, присушка, наверное, поэтому... Карта говорит, тебе нужно с ним идти на разговор, на диалог, на общение, или ваше молчание просто уйдет в луну. То есть луна – это где темнота. Отдых у меня только начинается, я, вот видите, праздник. Вернуться тебе нужно туда, где праздник, обязательно. Поэтому, если ты до сегодняшнего вечера думала, что ты не будешь с ним диалога, и вообще ты его забыла, к сожалению, твои, вот я только говорил про луну, уйдет все в луну. Кстати, здесь, где я нахожусь, месяц у нас здесь опрокинутый. Ну, сегодня там полная луна вроде бы. Да, я видел луну большую. Я вот покупался в Красном море, между прочим. Рыбки офигенно обалденные. Ну, кто был в Египте, тут, наверное, знает, о чем я сейчас говорю. А напишите, пожалуйста, были ли вы на Красном море. Точно. Праздник. Поэтому иди с ним на диалог, будет тогда праздник. Не пойдешь, будет луна. Будет луна. Что-то я сам задумался. Зачем тебе луна? Не, давай иди с ним на диалог. Ну как, где там ее зовут? Как-то милая Дракоша, нужно идти на диалог или нет? Как думаешь? Оксана? Нет, где Дракоша? Анна Баирова. Да я камеру повернул. Вот. Анна Баирова, тебе надо идти на... Ну, что там тебе там надо идти-то? Давайте я про... Вот, я вас смотрю, а вы смотрите на меня. Бля, а как, чтобы меня камера не закрывала? Я не знаю, что сделать. А у вас голова там не перевернулась? Что-то я камеру перевернул как-то. И что, я там лежу, наверное? Не знаю, короче, что я натворил. Ну, что-то я натворил. Короче, ладно, давайте я буду вам смотреть и говорить про каждого из вас. Такой маленький презент из теплой страны. Африка называется. А, да, перевернулся я. И вижу, я вот теперь вижу, что я действительно перевернулся.
Ладно, тогда не буду я. Я тогда вот так переверну. Слушайте, что я буду говорить. Про каждого из вас. Милая дракоша, поехали. Ребенок, которого ты куда-то ведешь, где образование, подзатыльник. То есть, где не хочет, когда иди, либо у тебя сомнения, куда-то там можешь ребенка отдать или куда-то там отправить, и отправляй. Прям под затылок, они говорят, под затыльник надо давать. Марьям, дальше. Марьям, покажите мне Марьям, 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 Марьям. Почему-то, знаете, показывают эти как ребра, или ребра, или ребра, или позвоночник. Да нет, это ребра, наверное. Короче, эти зоны, вот я назвал, ладно, ребра, позвоночник, обратите на них внимание. То есть вам говорят, это я говорю Марьям, по здоровью. Так, посмотрю, что по картам мне говорят. По здоровью. Видишь, мечи, десятка мечей, это больница, это здоровье. Вот у нее... Так, дальше. Golden Center. Golden Center, Golden Center, Golden Center. Если что, мне про ребенка. Да, это тебе я сказал. Про ребенка. Ребенка вот так пинают, ну как подзатыльника, как говорят. Короче, надо обязательно настоять, чтобы ребенок туда пошел. Я так понимаю, это что-то связано с образованием. Так, Golden Center. А подожди, а я же не помню ее имя. Ира, что ли, ее зовут? Ну пусть напишет имя сначала. Так, счастливо это я сказал. Татьяна Зыбина, здравствуйте. Давайте Татьяне тогда кое-что скажу. Татьяна. Улыбки не хватает. От улыбки станет всем смешней, да? И к слону, и даже маленькой улитки. Татьяне улыбки. Татьяне Зыбиной не хватает улыбки. Я спрошу, почему они так говорят. Карты, знаете, игральные, не гадальные, но они все равно говорят. Тоска тебя съедает. Видите, вот не улыбается. А ей говорят, улыбайся, красавица. Тоска тебя сожрет. Дальше. Нет, я там не была. Всем доброго. Оксана. В самолете летела, там чуть про Севастополь показывали. Нет, Симферополь. Вот, Симферополь. Оксана. Оксане, дайте мне информацию. У нее все, что связано с бизнесом. Бизнес, деньги. Вот она должна что-то решать в этом направлении с бизнесом, с деньгами. Вот, видите, она молит, выпрашивает что-то. Какое-то решение должно быть по поводу денег, бизнеса. Пришло время решать. Дальше, кто у меня? Оксана Баирова, Ульяна Баирова, Анна Баирова, дайте. С февраля у тебя улучшение пойдет. Анна Баирова, с февраль улучшения идут в жизни. Жди, говорит. Так, что это двойка, да? 2 недели должно пройти, а февраль сколько осталось? Ну, будем говорить, с 10 февраля жди улучшения. Дальше. Добрый вечер. Так, у кого еще посмотреть-то, я так и не пойму. Ирина. Добрый день. Ирина Л. Ирину Л. Вот все, что связано с желудком, либо с пищеварением. Да, желудок, вот назову так. Вот там по здоровью. Это Ирина Л. Вот да, ну вот все, что связано с рукой, руку, если кладешь на живот, вот та зона. Что еще дальше? Ну, вообще деньги на нее идут. На Ирину Л деньги идут. Праздник идет. Дальше. Кто у меня? Юля Украина. Улучшение идет. И с деньгами идет к ней улучшение. То есть было не, ну, плохо, мы все знаем уже всем чатом, что было. Улучшение идет к тебе. Это я сказал Юле Украина. Сейчас на карту посмотрю.
Видишь, маски снимают, улучшение идет к тебе. Я же говорю. Сила. То есть ты преодолеешь проблемы. Так, дальше. Сначала я говорю, естественно, по ясновидению, дальше по. Дальше будет видно. Хочу, чтобы мне вот как-то смотреть. Так, девчоночки, я понимаю, что вам любопытно все узнать и все сразу. Я говорю только про одно направление. И то только то, что они мне показывают. Больше я ничего говорить не буду. Для этого есть сеансы. Пожалуйста, записывайтесь. Целый час буду с вами болтать, обо всем рассказывать. А так вы, конечно, можете и годами ждать, по одному вопросу разбирать. Иринка Л. Я сегодня пила желудок, сейчас некомфортно. Солнышки мои, я про все-все знаю. Ириночка Л, про алкоголь тоже знаю. Просто не хотел в прямом эфире это тебе говорить. Ну, как бы некрасиво. Поэтому я просто сказал район живота. Про меня что-нибудь скажите хорошее, Марьяночка. Ну, как будет что-то информация про тебя скажу. Я ж не сижу тут, не фантазирую, не придумываю. Вот сказали, что хорошее сказали. А подтвердила это, как ее зовут-то, милая Дракоша? Про ребенка или нет. Старшая продумывает уйти после 9 класса. Я против. Вот, пизды ей нахуй давай. Иначе пиздец ей. Вот не послушаешь, увидишь. Пинай. Вот почему они тебе сказали, говорит, пинай дочку свою, пинай. Пинай это значит идти, чтобы дальше пошла. Со здоровьем, солнышко мое, нет проблем, но что-то связано, это Юля Украина, связано... Волосяные луковицы, это что, волосы на голове, вот что такое? Вот, может, полечить их надо, масочки какие-то с волосами сделать, что это такое? Кого еще сказать? Олга, Олга, по здоровью. Олга, Олга, течет река Волга. А мне уж 30 лет. Олгу покажите мне. Я помню, Ирина, Golden Center, что ты Ирина, я помню. Вас тут трое, Иринок. Так, про меня что? Кого я сейчас хотел? А, Ольгу, Олга. Олю, покажите. У нее по здоровью, вот все, что связано с стенки. Стенки, это может быть пищевод. Все, что со стенками внутри органов, да, где переходит, проходит пища, вот у нее стенки, они в ненормальном виде. Вот. Мне вот так показывают. Ну, может, соответственно, это потом на коже, либо что-то еще. Ну, может, запах, что-то такое идет. Раз проблема с пищей, вот этими, почему пища идет, почем. Я немного выпила. Солнышко, Ириночка, ЛПА, с удовольствием. Главное, чтобы было на здоровье. Александр У, добрый вечер. Со здоровьем нет проблем, нету. Петр меня, Ирина зовут. Я помню, Ириночку, дайте мне Иринку. Golden Center, Golden Center, Golden Center, Golden Center. Дайте мне ее информацию, а не информацию, а не Иринку. Ира. Это мужчина к ней идет. Мужчина к ней идет, но она его вроде бы даже знает, то ли ждет она его. Ждешь кого-то? Идет к тебе. Да, на работе, Юля, все у тебя хорошо. Жить буду? Ну, будешь, конечно же. Господи, ты что? Вы же что, забыли, что ада не существует? Поэтому пей, веселись, трахайся, что хочешь делать, матерись. Ада не существует, вчера этот сказал, Папа Римский. Поэтому радуйтесь. Алена счастливая. А ты что-то прям к нам залетела неделю назад. Смотрю, так и не отписалась от нашего чата.
Сейчас скажу, Алена. Олга, у вас с пищеварением, я тебе сказал, вот пищевод, вот стенки сосудов, не сосудов, пищевода, там проблемы со стенками, то есть внутри. Почему вы не можете понять, в чем проблема? Потому что внутри проблема сидит у вас. Нет счастливых событий у меня. Ну и погрязнешь тогда в этих своих несчастливых событиях. У нас, Аленочка, здесь только дорогие сучки, только богатые, только счастливые здесь сидят. Тут нет нищебродов, тут все только что с ресторана пришли, на кабриолеты свои загнали в гараж. Понимаешь? Я тут надолго похож. Ну, когда станешь счастливой, вот соответствует своему нику, Алена счастлива, тогда и будешь здесь сидеть. Что ты плачешь-то? Идите в церковь, идите в храм, плачьте там сколько хотите. Вас, правда, оттуда выгонят, если начнете рыдать. Или еще вслух что-то рассказывать про своих этих мужиков, которые вас бросили. А где эта девка, эта чеченка-то? Помните, с чеченцем там что-то она исчезла, что ли? Да, делала гастроскопию, не нашла проблему, к сожалению. Олечка, и не найдешь, потому что это очень глубоко, вернее, внутри, а врачи, наверное, об этом даже не понимают, о чем идет речь. Я тебе сразу сказал, для записывайтесь на сеансы, там я и дам обряд. Если врачи, когда кому врачи не помогли, вы знаете дорогу. Не воспользовались, ну и ваша проблема. Дальше. Что-то тут Зоя Полякова пишет, дайте я ее почитаю. Я прозрачно пропустили. Скажите мне про жизнь Зои Полякова. Зои, покажите мне. Она идет как хромает. У нее что-то с ногой. Она идет как хромает. Дальше. Дальше. Что у нее дальше? Она пытается догнать коня. То есть она пытается не упустить счастливые моменты в жизни. Вот получится у нее догнать этого коня? Черт его знает. Я думаю, что получится. Если она будет и дальше со мной остается, то получится. Сейчас спросим, получится у нее. Что такое конь? Конь – это он несется, вот как колесница, да? Там, или говорят, прыгнуть в последний вагон, еще говорят. Вот его удастся и прыгнуть, отлично будет. Вот где там Зоя Полякова? Я тебе сказал, если ты руку мою отпустишь, воду не будешь заряжать, да, то ты рухнешь. Вот тебе ответ. Держись меня. Я тебе только что сказал, держись меня, и все будет хорошо. Так, что там дальше? Кому я не сказал? Вы в Египте? Да, в Египте. Какой-то вы очень грубый. Ой, Елена, а вот ты мне скажи, пожалуйста, что сегодня у тебя хорошего было? Мы хоть все поржем. Вот, девчонки, задаю вопрос Елене. Бог слышит. Вот напиши, Елена, что у тебя сегодня было хорошего. Напоминаю, вы женщина. Ждем, с нетерпением. У меня завтра день рождения. Тоже счастье. Конечно, счастье, прибавка к паспорте плюс один. Конечно, счастье. Благодарю за вчерашний обряд с кошельком. Работает. Мои обряды все работают, если вы правильно сделали. А если вы еще на сеансах у меня бы побывали, вообще бы обалдели. Так, дальше. Где эта Елена? Жду. Люба Михалахевич. Взяла, удалила. Ну и сиди там нафиг. Взяла, написала, задала вопрос, взяла, удалила. С вами до конца. Держись меня, Зоя Полякова. Надо мужиков в дорогих ресторанах искать, к самой к ним приходить. Так, я жду, не продолжу, пока Елена не напишет. Здравствуйте, Петр Николаевич. Скажите, пожалуйста, что в личной жизни дальше Елена 47 Сорокина? Все
Здравствуйте, Петр Николаевич, Галина. Я жду от Елены сообщения. Вот ее аватарка, не пойму, она что, в кепчике, в чепчике или в чем она там стоит. Другие не пишите. Ждем все сообщения от Елены. Пусть залетит в наш чат с счастливыми сообщениями. А то, вот, знаете, читаю ваш чат. Мы уже про это, кстати, уже говорили. Сюда мужик не один не зайдет. А если YouTube отправит, как вы случайно зашли, он почитает ваш чат и уйдет. Потому что ему, ну, мне, вот, мне уже, сколько я веду, 20 минут, мне уже скучно здесь стало. Елена молчит. Все, счастье ее закончилось, надо же. Оказывается, я грубый, а ей сказать нечего. Да потому что у самой все хуево. И будет еще хуже. Дальше что? Не вижу, не вижу. Вот я как мужчина, я зашел на ваш чат, и я не могу зацепиться ни за одну из... Кто-то в чушь какую-то мне спрашиваете, все. Вот это, знаете... Ну, расскажите действительно. Вот попросил одну девчонку рассказать Елену, она молчит. Все, нет девчонки. Сказать нечего. То это ночью дьявол трахает ее, блядь, и насилует. Кстати, она знаете, что сказала? Такой секс он имеет только со мной. Я говорю, ну он же, наверное, тебя изменяет, там, к другим заходит, вот, там, к Зои Поляковой приходит, к Яше, может, заходит, Голден Сента. Она говорит, нет, я его так трахаю. Помните, да, она сеанс заказала, чтобы этот дьявол от нее я убрал за 10 тысяч. Когда я стал проводить, а мне надо согласие, вы знаете, да, нельзя без согласия. Так она говорит, а где гарантия, что физически человек меня будет ебать? Я говорю, елки-палки. Я говорю, а тебе нравится, который вот этот, блин, виртуальный дракон или как его, дьявол? Она говорит, пусть пока он. Вот пусть как, вот представьте, вот это что это? Это больница, да, называется? И то, мне кажется, там от таких открещиваются. Поэтому срочно сюда. А, Алена счастливая, ты пока счастливой не станешь, я тебе говорить ничего не буду. Я не вижу. Вы все хотите здесь услышать, как гадалки вот эти все говорят, да ты завтра будет счастье. Да приводила я вам на эти каналы всех ваших гадалок. Гадали они вам, гадали, вы такие счастливые были. И в итоге все равно сидите одна. Вот в чем вопрос. А я сейчас сижу в дорогом отеле. Потому что мои желания сбывались и будут еще сбываться. Понятно? Тот, кто ко мне лично обращается, то у них хорошо. Где эта Зоя Полякова, красавица моя? Она мне через день пишет благодарности за то, что у нее то-то болело, а сейчас не болит. Врачи не могли вылечить, а Петр Николаевич смог вылечить. Вот так это работает, солнышки. Сказал, сделали. Водичку заряжаем, сделали. Так, давайте я посмотрю, что там у вас будет завтрашний день в картах. Естественно, карты игральные. Врать мне нельзя, поэтому я просто тупо сообщаю. Карты игральные. Завтрашний день что принесет? Молись, говорит, и будет тебе счастье. Опять по правосудию. Видишь, две чаши здесь, две чаши здесь. Завтрашний день будет по правосудию. Каждому из вас будет по правосудию. Поэтому я вот вам желаю, эфир сейчас заканчиваю уже, чтобы вы настроились все-таки на счастье, на женское счастье. Поверьте мне, оно было и будет продолжаться. Вот прямо сейчас я вас направляю туда, где вы будете счастливой женщиной или мужчиной. По поводу, давайте немножечко Египта, да, вот вы пишете, на курорте всегда хорошо, а если еще дорогой отель, вообще красота. Здесь очень много семей, очень много счастливых людей, молодоженов. Это вообще просто тут сказка. Тут прям попадаешь, не в храм попадаешь, где один негатив, да?
где разговаривать нельзя, где все грустные ходят. А ты попадаешь в рай, где все красиво. Куда ни плюнь, куда ни посмотри. Еда просто, клубника обалденная. Что сегодня? Инжир. Вот просто дыня зеленая. Такая зеленая, очень вкусная. Ну, посмотрите у меня в телеграм-канале сторисы. Вот это рай. А почему вы что, не заслуживаете этого? Вы заслуживаете 100%. Будете со мной, увидите много чего в мире. Поэтому желаю вам сегодня настроить себя только на хорошее. Ложитесь, отдыхайте с большим удовольствием, либо с кем-то. И вспомните, прям будете засыпать, вспомните мои слова. Засыпаю с хорошим настроением. Всех вас люблю. Привет с Красного моря, с другого вообще континента Земли. Чудеса бывают, особенно когда вы это сами хоть немножечко захотели. Хоть немножечко. Все, я вынужден идти. Там сейчас у нас вечер, рояль играет, ужин. Все в футболочках, в красивых одеждах ходят, белых. Тепло, лето. Ну, живем в такой стране, где лето у нас зимой только за деньги. Ну, а что делать? Ну, можно же, можно. Все, до новых встреч. Завтра будет эфир, уже завтра. Пока.